Друзья, подписчики, всем привет! Мы с вами продолжаем пополнять наш плейлист по 5 посылок распаковок из китайских интернет-магазинов. Сегодня у нас 5 посылочек с сайта AliExpress на тему освещения. Если хотите, чтобы таких посылок было больше, с вас всего лишь лайк. Меня зовут Игорь, вы на канале «Просто посылка из Китая». Поехали! Покупать на AliExpress безопаснее с AliTools. Рейтинг доверия продавцов, история цен, популярные видеообзоры. Не дайте себя обмануть. Собрал еще вот 5 тематических посылок. Смотрю, вам плейлист этот нравится, зацените, посмотрите. Ссылочку оставлю как и в описании, так и вот сюда вот можно будет нажать, и там есть наш плейлист, где я открываю по 5 посылок на разные темы. Давайте начнем. Начнем мы с чего? Да вот давайте с большой начнем посылочки и перейдем дальше к маленьким. Пополняется наш плейлист, так что я рад тому, что вы активничаете и вам все это нравится. Е27 с AliExpress, и у нас здесь упаковано все просто супер. Так, сейчас найдем, где здесь находится. У меня много таких товарчиков есть, друзья приходили и говорят, давай нам что-нибудь подобное заказывай. В принципе, я вот уже тестировал и в машину брал с собой, так как я инвертор купил. И вот такие штуки очень классные. У меня вот здесь также над головой такая же лампочка установлена в такой переходничок, и пользуюсь все отлично. Но здесь вообще просто еще смотрите, с кнопочкой немножко грязноватая, но это не страшно. В принципе, плотная, лампу обычную, вот смотрите, выдерживает, не такую вот тяжелую, но вот обычную лампу выдерживает. Здесь у нас включатель, наша вилочка европейская, все отлично, 240 вольт, 50-60 герц. И здесь у нас патрончик под Е27 лампочку, вот куда-то вставили, в переноску или еще куда-то, и можете делать себе какой-нибудь ночничок. Так, открываем следующую посылочку, цоколь 0.89, ссылки все будут в описании. Все, друзья, я покупал на сайте AliExpress. Так, открываем следующую посылочку. Вот так вот. Упаковка вообще отличная. Так, у нас тут проблемы, пишет нам продавец. Поставьте мне 5 звезд, все дела. Спасибо за вашу покупочку. Давай, открываем, смотрим. О, вот это тоже вещь неплохая. Называется вот LT-047. Е27 в индивидуальном пакетике. Это у нас такой раздвоитель. И в принципе также вещь неплохая. Если вы хотите усилить свет, то в принципе это можно сделать. Контакты здесь не очень такие мощные, но для обычных светодиодных ламп, конечно, не для 500-ваттных ламп, но можно все это сделать. Это вот вообще можно вот так сделать, вкрутить сюда, и у нас получается вот такой вот переходничок. Так, оставляем. И давайте открывать следующую посылочку. Здесь у нас вот такой коробочек плотный, давно у меня уже лежит. Так, откроем и его. Сейчас найдем, где здесь его распаковать. Ну все, в пакете больше ничего нет. Опять куча пупырки. Смотрите, продавец переживал. О, это что-то у нас такое новое. И что это у нас? А, это у нас вот такой удлинитель. Она в одну сторону открывается, да, всего лишь в одну сторону. Но, в принципе, применение, я думаю, ему тоже можно придумать. В принципе, вот так хорошо фиксируется, держится плотно. И вы можете удлинить вашу лампу, если вы хотите ее регулировать, опускать, задвигать куда-то. То также можно использовать. Вкручиваем еще и сюда. И вот такой у нас гибрид получается. Видите, в принципе, все вот так вот работает. И опять же под цоколь Е27, Е27 со второй стороны. Пушку уже собрали целую с вами. Так, следующая посылочка. Открываем еще одну. Оп, оп. И здесь у нас... О, вот эта вещь также неплохая. У меня есть лампы такого формата. И сейчас EU как-то называется. Вот забыл уже, как называется переходничок вот этот. Напишите в комментариях, чтобы я не искал нигде. Ну, в принципе, вот эти лампы используются с такими двумя ножками. Вот они в освещении, в потолочные часто используют. И, в принципе, можно сделать из обычного цоколя, вставить туда
такую лампочку. У меня, кстати, по-моему, такая лампа даже где-то есть. Я сейчас вам ее и покажу. Вот такие вот лампочки используются. И называется ГУ5.3. Вот разъемчик называется. Вспомнил я. Так, ну как вспомнил, прочитал. Вообще покупал такие лампы для дома освещения, использовал. И также я такие покупал и в Китае. Так, сейчас покажу вам, как выглядит. Вот у нас две ножки. И мы можем вот так вот это все подключать. Оп, и у нас вот такая лампа уже будет. Вот такой гибридище у нас уже есть. Смотрим следующую посылочку. Набросал здесь, но потом все уберу. Я же для вас стараюсь, друзья. Следующая посылочка. Электроник у нас написано. Открываем. Достаем. О, это вообще также крутая вещь. Это у нас уже удлинитель, но он с особенностью. Это я заказывал себе. И здесь у нас удобно тем, что вот есть шарнирчик, как вы можете видеть. И можно направлять. Очень туго держится. Вот видите, очень прочно. И в принципе также можно уже регулировать ваше освещение, куда вам будет нужно. Собираем пушку нашу до конца уже. Все вместе. Вот таким вот образом вкрутили либо ваш сплафон, либо ваш светильник, и можете уже направлять свет, куда вам будет необходимо. Очень удобно, если у вас, например, люстра вниз светит, вы хотите подсветить бок, и у вас нету переходничков каких-то. Вот отличная штука. Ссылки постараюсь найти и оставить в описании под этим видео. Так что переходите, кого что заинтересовало, можете покупать. А мы собрали с вами вот такую вот сумасшедшую пушку. Я, наверное, может быть, ее и на заставку поставлю. С вами был Игорь, канал Просто Посылка из Китая. С вас лайк, чтобы я открывал еще по 5 посылок на разные темы. Постараюсь подбирать тематические товарчики. И будем с вами радоваться, огорчаться и смотреть, что же нам присылают китайцы. Это канал Просто Посылка из Китая. Удачи всем, яркого солнечного настроения. Пока!